и солнцем. Ну да, тут я могу сказать только что светочувствительность это, конечно, прекрасно, но облака никуда не делись. Приходится снимать через них. Я очень доволен тем, что я вижу. Хорошо, это дубль третий. Подождем еще несколько минут. Может, нам сильно повезет, и мы увидим Юпитер в комплекте. 13 августа 2021 год, Харьков. 20:57 по Киеву. Ух, немножко кривенько снимем, но пускай будет последним. Вот так.